На улице Азовской домовладелец складировал стройматериалы на муниципальной земле. Рабочие высыпали гору песка прямо на тротуар и засыпали общегородской коллектор, где находится кабель связи. По факту нарушения был составлен протокол, переданный на административную комиссию. Следующей точкой проверки стал спуск к морю в районе Малой бухты. Здесь муниципальный контроль практически ежедневно пресекает нарушения. В курортный сезон несанкционированная торговля набирает обороты и требует пристального внимания не только городских служб, но и активных граждан.